В Нижегородской области стартовал губернаторский проект инициативного бюджетирования «Вам решать». Заявки от граждан на участие принимаются до 15 октября. Город участвует в этом проекте с 2015 года. За это время более 50 объектов у нас отремонтировано, либо устроено вновь в разных направлениях. Это и наружное освещение, это и дворовые территории. Последний год, вот 24-й сейчас, очень включились школы, детские сады, предприятия у нас спорта, культуры. Направления проекта самые разнообразные. От дорог, дворовых территорий и детских площадок до спортивных объектов, общественных пространств и ремонта объектов ЖКХ. В этом году конкурс инициативных проектов проходит в цифровом формате. Заявки подаются в электронном виде. Вся подробная инструкция есть на сайте голосза.ру. Необходимо создать инициативную группу, не менее 10 жителей города, достигших 16 лет, и предъявить протокол собрания. Дальше начинается сбор подписей в поддержку этого проекта. Сбор подписей осуществляется в письменном виде, то есть специально разработанную форму. Все это можно посмотреть на сайте городской администрации. Чтобы получить максимальный балл по этому направлению, подписи должно быть не менее 101. Если вашу заявку приняли, проект будет поддержан городом. В этом случае администрация подаст заявку в Министерство внутренней, региональной и муниципальной политики. Если проект приняла отборочная комиссия, начнется электронное голосование. В рамках проекта из областного бюджета на Саров выделяется сумма до 40 миллионов рублей субсидирования. На каждый проект в отдельности областной бюджет может добавить не более 3 миллионов. В прошлом году Саров подавал 21 проект, выиграла почти половина – 10. Привлечение спонсоров повышает шансы того, что проект победит в своей номинации. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.